Всем привет, рыбакам. В общем, насмотревшись видео на ютубе, теперь я знаю, что такое штекерный спиннинг, что такое плетенка, плетеная леска, ну, катушка неизвестного происхождения, но я знаю, что такое фрикцион. Вот. Ну, я всю дорогу ловил, грубо говоря, на березовую палку, тут решил немного по науке. Всякие там проводки, виброхвосты и прочее. Но результат не заставил себя долго ждать. Где-то грамм 500-600, а может и 700. Так что ходите на рыбалку и будьте здоровы.